Всем огромнейший привет! Если вы помните, то мы не дособирали с вами третью шляпную коробку с тропическими цветами. И сегодня мы займемся именно сборкой самой коробки. Две предыдущие мы собирали из поликарбоната. Не самый удобный в работе материал, поэтому сегодня я покажу, как собрать вот такую конструкцию из ДВП. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется ДВП, лист толщиной 2,5 мм. И потребуется нам его кусочек 50 на 1,23 м. 1,23 м – это длина с учетом вот такого запаса. Запас этот нужен для того, чтобы наша шляпная коробка имела именно круглую форму, а не форму вытянутого яйца. Итак, что мы делаем? Отрезаем кусочек 50 на 123. Пробрызгиваем его водой из пульверизатора. Пробрызгиваем очень хорошо, чтобы лист сам по себе начал немного скручиваться. Далее сворачиваем его, делая вот такой нахлест 15-20 сантиметров. Сделали. И закрепляем мебельным степлером по одному краю и по другому. Внутрь вставляем из трубы двадцатки, я скрутила вот такой обруч, вставляем его внутрь и отправляем сушиться. Этот обруч внутри не позволит нашей шляпной коробке высохнуть как-то не так, как нам нужно. А нужно нам, чтобы она имела круглую форму. Далее декоративный бортик. У меня он шириной 5,5 сантиметра. Его я точно так же намочила, скрутила, закрепила двумя вот такими вот скобами мебельного степлера и оставила высыхать. После того сняла скобы, промазала клеем, уже она никуда не раскрутится, потому что высохла, и приклеила. Таким образом, у вас не будет никаких лишних скоб по лицевой стороне. То есть только с обратной стороны вот такая вот вещь, но это не принципиально. Что дальше делать с этой шляпной коробкой? Вы можете ее обернуть красивыми обоями, оберточной бумагой, изолоном, фоамираном, всем чем угодно. Если вы будете оборачивать чем-то, тогда вот этот бортик, возможно, если это подарочная какая-то упаковка, бумага, вы его отдельно обернете и потом приклеите. Потому что вот красиво сделать, обернуть все вместе не получится. Аналогично поступать с изолоном. С изолоном еще проще, вам этот бортик вообще не нужен будет. Вы обтягиваете шляпную коробку изолоном и бортик этот делаете из изолона. Например, ну вот 2-миллиметрового будет достаточно, она сама по себе небольшая просто. Я буду ее красить акриловой краской в пастельный цвет. Почему не яркий, цветастый? Сами по себе цветы у нас достаточно яркие. Если мы сделаем еще яркую шляпную коробку, они потеряются. Что у нас в итоге получилось? У нас получилась в итоге конструкция диаметром 33 сантиметра и высотой где-то 49-50, да, вот 49 сантиметров. Под наши небольшие тропические цветы этого более чем достаточно. Если сравнивать с поликарбонатом, то с ДВП работать на порядок приятнее, только обязательно его нужно намочить, иначе он треснет и сломается. Итак, поехали, окрашиваем акриловой краской. Вот так выглядит наша шляпная коробка. Я ее окрашивала в два слоя. Первый слой кисточкой, а второй поролоновой губкой. Теперь нам нужно вырезать дно. Но дно у нас будет не на дне. Если вы его сделаете на дне, то вам придется делать очень длинные стебли, чтобы они там вот в полистирол воткнулись. Поэтому дно у нас будет где-то сантиметров 10-15 от верхней части нашей шляпной коробки. Поэтому и вырезать мы его будем не по нижней, а по верхней части. Вот так. И вырезать будем его из полистирола. У меня 4-сантиметровый, этого будет более чем достаточно. Сильно дно не опускайте. Теперь дно нам нужно зафиксировать хотя бы одним шурупом. Ничего страшного, что он там будет черненький, будет где-то торчать. Мы закроем это все дело листочком. Теперь этот шурупчик можете закрасить, можете просто закрыть листом. А дно, которое располагается вот так, теперь уже никуда от нас точно не убежит.
Так, сначала листья. Листья монстеры я буду опускать вот так на шляпную коробку. Для этого их необходимо согнуть и проделать отверстия, в которые они будут входить. Сразу придаем форму, чтобы видеть, как наша шляпная коробка будет выглядеть в конечном итоге. Теперь к листьям присоединяются цветы. Сначала примеряем и потом вставляем. Так, теперь занимаемся мелочью и листьями. К слову, у меня еще есть вот такие две штуковины. Они также будут торчать из моей шляпной коробки. Это семижильный кабель, обернутый тейп-лентой и покрытый акриловым лаком. Листья можете не вставлять в полистирол, а просто прикручивать к цветам, к стебелькам. Я как бы совершенно не флорист, поэтому да простят меня профессионалы, как вижу, так и всовываю. Вот такая у нас шляпная коробка с тропическими цветами получилась. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы впервые с нами. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, в друзья, подписывайтесь на Инстаграм и следуйте по хэштегу #MillionFlorist, который показывает все наши видео цветочные, которые есть. А впереди нас ждут пионы, ветка сакуры и реконструкция светильника розы.